В последний раз столица собрала множество театральных деятелей и поклонников искусства, чтобы проститься с настоящей легендой. В возрасте 95 лет ушла из жизни знаменитая советская и российская театральная актриса, заслуженная артистка РСФСР. Ее жизнь была поистине уникальной и восхитительной. Она продолжала вдохновлять и радовать зрителей своим непревзойденным талантом на протяжении долгих 88 лет, несмотря на многие трудности и испытания, которые приходилось пережить. Благодаря уникальной душевной энергии Людмила Слабунова оставалась влюбленной в свою профессию и могла создавать удивительные образы на сцене. Одним из ярких и незабываемых выступлений актрисы была ее роль Миронихи в спектакле «Последний срок» по повести Валентина Распутина, режиссером которого был талантливый Геннадий Шапошников. Это было одно из тех выдающихся исполнений, которые запоминаются на всю жизнь и смогли перенести зрителей в мир художественной истины. Людмила Слабунова всегда отличалась профессионализмом и глубоким пониманием своих ролей. Ее талант искусно сочетал в себе тонкость эмоций и яркость выражения, что делало ее выступления неповторимыми и завораживающими. Ее уход оставляет невосполнимую пустоту на театральной сцене, и ее коллеги, друзья и поклонники будут скучать по этой удивительной женщине, которая дарила радость и вдохновение многим поколениям зрителей. Память о Людмиле Слабуновой будет жить в сердцах тех, кто ценил и любил ее искусство.